Меня зовут Андрей. Дед Мороз нам уже подарил подарок. Я уже достал из волшебной коробки «Время волшебства. Набор для творчества». Когда я открыл коробку, я видел, что внутри ее краски, кисточка. Первое, что я достал из коробки, угадайте, правильно, это новогодние часы. На часах нарисовано три обезьяны, которые играют на музыкальных инструментах. Часы работают на батарейке. Если вы хотите создать свои часы, то вам понадобится трафарет, краска, кисточка. Если вам нравится обычный трафарет, то вам понадобится вот такие, такой трафарет из героев сказок. Также в часах была инструкция. Это у нас трафарет для разукрашивания совы. Это у нас печенье с предсказаниями от Щелкунчика. Следующее, что я достал, это праздник каждый день. Теперь давайте посмеемся. Пират. С галстуком. Король. А красивые губы. Если вы хотите разукрасить свое лицо, берите фломастеры, чтобы до канального костюма. Вот такие можно сделать себе лица. Это у нас Гиото фломастеры. Самый главный подарок этой коробки у нас, угадайте, что? Правильно! Это у нас конфеты. Вкусно. Вы знаете, что наступает год обезьяны, я достала из коробки обезьяну. Конечно, на ней еще есть, что можно прилипнуть. Всем спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк.